насколько активны граждане? Граждане у нас активны всегда. На данный момент тоже с утра едут, отдают гражданский долг и занимаются разными делами. Понятно. Ну, активно, то есть и компания, многие знают, что сегодня выборы, да? Конечно, знают все об этом. На одном округе у нас двойные выборы. Мы выбираем, значит, на свободном округе депутата в местный совет. И выбираем губернатора. Население все знает. Люди идут, активно голосуют. У нас проходит концерт, мероприятия досуговые. Так что люди интересуются жизнью нашей и хотят, чтобы она была лучше. И знают, делают свой выбор. Ну, явка стандартная, низкая. Стандартно низкая. Да. Понятно. Ну вот. А как вы думаете, почему? Ну, почему? Погода сегодня хорошая. Дело в погоде. У людей как бы очень много своих дел. На огороде. Деревья. Ну а вы сами в выборах участвуете? Да. Ну, как избиратель? А, нет, я не голосую в Ленинградской области. То есть вы не прописаны просто? Нет. А, понятно. Ну а как вы думаете, почему вот тенденция сохраняется, что мало людей приходит на выборы? То есть им безразлично, что будет происходить со страной, или они не верят, может быть? Как вы думаете, ваше мнение? Мое личное мнение. Личное мнение компании никаких. Вот ничего нет. Вот люди не приходят. Компании нет. То есть нужно каких-то артистов или еще кого-то? Нет, нужно не артистов.